Здравствуйте, дорогие друзья. По программе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» любой желающий спортсмен нашего клуба может принять участие в творческом конкурсе. Это нужно сделать рисунок или поделку. Как правило, все это приурочено к государственным праздникам России. Сейчас, недавно прошел у нас конкурс, он был приурочен к Международному женскому дню. Задача была воспитанников связать рисунок как-то с «Ярополком», то есть непосредственно с единоборствами. Прежде чем я озвучу победителей, я хотел бы вам показать, на что наши дети способны. С первыми шагами, словами, песнями, нотами, рисунками из детства, в твоих ладонях сердце. Твоя вера, мама, искренне дает мне сил, и я готова бороться, пока мое сердце бьется. Мы решили разбить данную работу на три возрастные категории. Это первая категория 5-6 лет, вторая категория 7-9 лет и третья категория 10-13 лет. Главное, хотелось бы сказать одно, что дети у нас талантливые, это самое главное. Спорт спортом, то есть рукопашный бой рукопашным боем, но творчески развиваться ты должен. Я имею в виду про воспитанников. Так, в возрастной категории 5-6 лет первое место у нас получает Сулимко Глеб. Давайте посмотрим на его поделку. В возрастной категории 7-9 лет первое место у нас получает Белов Кирилл. В категории 10-13 лет первое место получает Хрущев Никита. Все участники данного конкурса получат кружки с символикой клуба «Ярополк» и с символикой прошедшего праздника Международный женский день 8 марта. Также победитель у нас помимо кружек получает грамоты, и мы продлеваем каждому победителю абонемент на 3 недели. Следующий конкурс у нас будет приурочен великой, я считаю, важной дате. Это 75-летие победы советских войск над фашистской Германией. Поэтому конкурс будет озвучен заранее. Ждем рисунки и поделки. До встречи!